В советской истории нашей страны добровольные пожарные дружины существовали во многих селах. Но не все формирования смогли выжить за время перестройки и всевозможных кризисов. Теперь государство возрождает эти добровольные дружины. В Приморье первая команда появилась в Надеждинском районе. Решили сделать пилотный проект, привлекли спонсоров, которые нам помогли, построили такое вот сооружение, как вы видите, под пожарную машину. Со своей стороны губернатор Приморского края, министерство отдела ГОЧС Приморского края, они нам помогли автомобилем, они нам помогли обмундированием. Сразу же отозвались неравнодушные жители Барановска. В команду добровольцев записали 6 жителей поселка. Ранее никто из них не имел опыта в пожарной деятельности. Сейчас они прошли обучение под контролем профессиональных пожарных. Их научили использовать специальный инвентарь и обращаться с пожарной машиной. Программа рассчитана на 20 часов, но абсолютно наша убежденность, что вот этим учебным временем мы не ограничимся. И вся дальнейшая работа вот с момента формирования пожарной дружины будет проходить плечо к плечу с нашими подразделениями. Совместное обучение, совместные учения, на все мероприятия, на праздники. Все, мы будем теперь только вместе. Потребность в добровольных пожарных дружинах существовала всегда, так как пожарным расчетам до многих населенных пунктов приходится добираться более 20 минут. А это упущенное время. Поэтому власти и жители сел заинтересованы в местных бригадах. К слову, силы добровольцев не исключают реагирование профессиональных пожарных. Они по-прежнему будут выезжать на все вызовы. Однако за счет близости к месту возгорания волонтерские бригады будут приезжать раньше своих коллег. И во многих случаях смогут локализовать пожар до того, как он охватит большие площади. В данном случае государство, правительство Приморского края дает им средства пожаротушения, обучает их и страхует, потому как все-таки тушение пожара – это деятельность травмоопасная. Мы будем в ближайшие пару лет стремиться, чтобы добровольные пожарные формирования у нас появились в большинстве нуждающихся в этом отдаленных территориях, населенных пунктах. По информации Министерства ГОЧС, в следующем году они планируют выступить с инициативой об утверждении краевого закона о порядке и размере материального стимулирования добровольных пожарных дружин. Алина Черненко, Иван Яворский, Кирилл Меняйло, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.